Город Кентау меняет облик. В городе полным ходом идет капитальный ремонт ветхих домов. До 2020 года запланирована модернизация 44 многоэтажек. Для этих целей из бюджета выделено свыше 1 миллиарда тенге. Сейчас завершаем капитальный ремонт фасада, кровли многоэтажек. Также в ходе строительных работ были заменены и оконные рамы в подъездах. Кроме этого, в доме обновлены тепло, водоканализационные системы. Ход работы, кроме ответственных служб городского акимата, контролировали сами жители. К концу года в городе Горняков будут обновлены фасады более 40 многоэтажных домов. В 2020 году акимат планирует произвести капитальный ремонт в 74 жилых домах. Кроме этого, в Кентау возводят новостройки, чтобы обеспечить жильем тех, кто стоит в очереди. А таких, как выяснилось, свыше 4000 человек. В прошлом году было начато строительство 5-60 квартирных домов. Из них 3 были сданы в эксплуатацию. В текущем году завершается строительство 2 многоэтажек. По улице Валиханова ведется строительство 10 пятиэтажных домов. Квартиры в доме по улице Сейфулина очередники получат уже в ноябре. Кроме этого, в городе ведется строительство 12 пятиэтажек. В этом году будут сданы в эксплуатацию 7 из них. Остальные закончат в следующем году. Шанару Оразова, Дастан Абдиев, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».